Всем приветики, друзья! Начинаем новый влог. Вчера были у мамы, подарила нам кое-какие подарки, сейчас вам покажу. Инга уже косит траву, пока погода еще эти 2 дня держится, хочет покосить. Ну, а Джинго ему помогает, сейчас вам все покажу. Это мама Бетине передала дочи, такой на Пасху подарок, зайчик. Конфетки она такие любит. Ну и наши же баранки с маком. И вот такой вот, ну, такой словарь. Русский, чтоб учила дочь. Ну, уже некоторые прочитала. И мне с акцентом говорит, а я только догадывалась, о чем она. Видите, такие вот тут слова с немецкого на русский. Ну, пусть учит. А нам с Ингой вот такой вот домик. Видите, прелестный. Подарила. Повешаю на дерево, покажу вам потом. И вот такие вот 2 стеклянные с крышечками она покупала где-то в Пене, что ли, она говорила. Такие 2 упаковки. Еще картину потом вам покажу. Ей подарили картину, ну, соседи. Она ей большая оказалась в ее квартиру, а мне на самый, ну, 3-й этаж, в гостевую, там самое хорошо. Как Инга повешает, потом вам покажу. Ну, а сейчас пойдемте с вами в сад сходим. А, цветочки же, видите, уже остатки. Все, эти уже без воды поставила, они могут и так стоять. Просто, конечно, к ним притрагиваться не нужно, они будут осыпаться, а так будут стоять. Безобразие еще стоит. Эти так, ну, жалко было выкидать эти 2 листочка, так поставила. И эти вот еще остались, 3 штучки, 1 розочка. Так, что у нас тут на повестке дня? Варес Глюк из Sein Geist frei zu entfalten. Настоящее счастье в том, что если вы свой дух, своему духу дадите волю. Вот такой вам перевод. А здесь тоже, эти тоже, цветочки уже завяли, эти поставила. Тоже безобразие. Здесь то, что еще тоже оставалось, собрала. Эти долго стоят. Ну, вот так вот пока поставила. И эти остатки. Видите, зеленые, эти тоже долго стоят. Ну, а теперь пойдемте посмотрим, что там Инга делает. Эти надо пересадить. Сегодня тоже хочу вот эти все яйца убрать, из дерева убрать яйца. И в углах там эту гортензию, а как ее? Ну да, гортензия, наверное, да. Ее укоротить. Да? Ты что тут помогаешь? М? Мой хороший. Ну да, надо травку уже покосить, чтобы уже скоро этого робота, который травку косит, надо уже вытаскивать из зимней спячки. Ну да, да, да. Между ног, конечно же, всегда надо пройтись. Угу. Ну, потом покажу вам еще тюльпанчики какие. А, вишня еще цветет. А небо, видите, сегодня какое. Ну, тепло. Опять где-то 24 градуса уже с утра. Пошел. Сейчас ему травку покосит и будем завтракать. 20 градусов показывает термометр. А все ощущения, как будто 25. Тепло. Отошел. Смотрит. Помощник, футболист наш.
der denkt, du willst mit dem spielen, wa? Он думает, он хочет с ним играться. Свой домашний лучок уже просто прелесть. Очень вкусно получается с этим зеленым, с таким молодым луком. Очень любим. Прям с грядки. Яйца очень любим. Должны каждые 2-3 дня быть на завтрак яйца. Иначе это не завтрак. Ну вот. Как-то так. Завтрак готов. Чаек обязательно. Крицкий заварила чай. Ну и яйца себе. 2 кусочка сыра. Здесь куриная у нас колбаса. На уйму еще булочка. Это такая острая намазка. Сыр тоже, кальраби. И я люблю сельдерей всегда. Очень полезно, кстати. Вот такой на завтрак. Приятного нам аппетита. Может, и вам тоже. Не осилили завтрак. Ингу свои эти, говорит, все, не могу. Я говорю, ну ничего страшного, в холодильник поставлю. Я тоже уже этот сыр, уже все, не лезет. Пожадничала, как всегда, эти 2 тоста. А, хватило бы одного. Уже прям аж переела. Уже так много не едим. И вообще тост, этот хлеб я не люблю. Я им не наедаюсь. Через час уже опять захочется кушать. Ну хорошо, яйца. Тогда не захочется. А так, если его я что ем, что не ем. Лучше мне такой хлеб или свои булочки с цельнозерновой мукой. Тогда наедаюсь. А так, ну да, это уже тоже в холодильник подставлю.
Джего принимал солнечные ванны и уже чуть ли не уснул. Крабы так. Тоже ему хорошо в саду. Ну, тут смотрите, как дерево цветущее в этом на столе отсвечивает. А облака, смотрите, как быстро плывут. Красота. Допиваю чай. Надо идти работать. Так погода есть. И уже дальше работает. Ай, так хорошо на террасе. Тепло. Цветет еще вишня. Так красиво. Джинго тоже говорю, уже жарко, иди в дом. Не хочет. Так и принимает свои солнечные ванны. И наблюдает, что ему делает. Но я сейчас тоже примусь за работу. Сниму сейчас эти яйца и в углах там порядок наведу. Включил этого Робина, а Джинго за ним ходит. Джинго 9. Еще должен привыкнуть. А, едет заряжаться. Вот такой глазастый он у нас. Ревень уже как хорошо пошел. Эти вот-вот откроются. Надо листья убрать. Клубничка уже цветет. А эти уже отцвели. Но еще эти будут цвести. Эмма свою эту юбку надо распустить. Да, эти надо еще убрать. Еще цветочков досадить. О, футболист. Опять ему играться надо. Сосед сигнализацию проверяет. Шумит и вертолет. Ну что, будем играться? Играться будем?
Че мой холёсий? Алёсий, прихолёсий. Да-я-я. Ой, потешный-то какой. Ну чё, муху съел? Протеины получаешь. Это у нас раньше здесь зонт стоял. Так оставили. Все, яйца сняла. Надо будет еще цветочки почистить, которые отцвели, убрать. Теперь хочу этот домик повесить. Ой, хэнген мадат, хэн, шатси. Этот хойсин, фогель хойсин. Не-не-не. Сюда попробую повесить. Нормально. Только низко, наверное, не будут. Не будут сюда подлетать. Сюда, может, надо. Ой. Домик. Вот так. Уже хорошо. Ну, птички, может, поселятся. Кухма, зохапихе, я овкиган. Еще второй же в прошлом году, помните, покупала, так и не разукрасила. Самому надо разукрасить, тоже разукрасить и на это дерево повесить. Ой, жарище прям печет, хотя солнца не видно. Игорь сел сюда в тенечек, потому что там под навесом жарко. Ну все, сейчас передохну и дальше буду работать. Все, тут навела порядок, обрезала всю эту гортензию. Будет теперь хорошо расти. Эту малинку всю подрезала. Теперь надо, чтобы Инго протянул леску, чтобы она была натянута, чтобы ветки не падали. В прошлом году так и не сделали. Здесь тоже. Это у меня мята там уже вылазит. Вот все почистила. Я, yeah, you know. Da kannst du mal sehen, dass Sam ein Auge auf hat, ne? Макс ist da. Ну, приветик. Приветик. Приветик, приветик, ты красавчик. Красавчик. Ой, какой красавчик. Молодой еще. А Джингу бегает, тут охраняет. А, ком с них ран, ва? А ступечки апт. Джингу, nein. Ganz lieb sein.
Смотрите, мой хороший. Смотрите, какой хороший. Какой красивый. Ой-ой-ой. Красавчик. Hat er eh schlafen, wa? Ihr habt den richtigen Moment aus dieser abgewartet. Вышли Женьку на прогулку. Выгуливаем. Везде все так цветет. Магнолия еще цветет. И тоже эти вишни, да сливы. Все везде прекрасно. Че унюхал-то? Говоришь, я да баум, не? Кустарник пахнет вот этот. Не знаю, что это такое, но прям запах. Тепло, хорошо. Весна. Прям полным ходом. Птички чирикают, слышите? Я пустующий участок. Видите, все заросшее. Ну, тюльпанчики у кого-то такие большие, красивые. Ну, разве не прелесть? Прелесть. Тут уже даже листики распустились. Что-то унюхал. Прям его потащил туда. Эти синенькие, такие красивые, мелкие-мелкие. Ну, красивые. Ах, рахисяйна фрау. Я говорю, смотри, как запарковался. Я говорю, может, это женщина запарковалась так. Все в цвету, а запахи такие, и этому надо по шейку в траве. Эти уже деревья покрасили, а кусочек голубого неба вам. Яйца еще висят, вот такие большие надо будет купить на следующий год, то у меня такие обыкновенные. А с большими тоже интересно смотрится, правда? Вербочка. Какая прелесть. А на эту прелесть посмотрите. Красота, правда? Сладкая парочка. А, это такие электрические ящики. Вот так вот разукрашивает у нас прелестно. Engelfee. Engelfee.
Энгельфеи. Фея. Видите? Вот этот вот домик чуть мы не купили тогда, 16 лет назад, 17. Был бы наш, представляете? Ну, половина этого дома. Но нам не понравилось, потому что участок очень маленький. А расположение наверху было лучше. На три комнаты еще наверху одна, а у нас только две наверху. Ну, участок был маленький, нам не понравилось. Вот это вот. Вот этот дом был на продажу, и вот вся вот эта вот сторона. А те наши все, и вот эти все только, ну, в аренду. Сначала пообещали, говорят, потом можете выкупить, а нифига, обманули. Когда захотели выкупить, сказали нет. Конечно, невыгодно же. Выгодно же, когда люди снимают, и больше денег с них возьмешь. А так бы уже почти бы выплатили. Ну, все, что не делается, делается к лучшему. Мы в нашем доме очень счастливы и довольны. Смотрите, какая прелесть. Ну, это вот задние дома. Но у них вот участки как-то поменьше, чем наш. Мы прям удачно наш дом выбрали. Участок был. Ну, есть такой побольше. А тут маленькие. Вот видите, небольшие совсем участки. И здесь тоже. Не, дождик начинается. Ну да, видите, совсем мало зеленого. Терраса, и тут вот кусочек небольшой, и все у нас побольше, конечно же. Но у них, наверное, пошире просто, не знаю. Ну, тоже магнолия, ну красиво цветет, но видите, от нее мусора столько. Хорошо, что мы не посадили. Раньше тоже хотели, потом посмотрели, что столько мусора, а другие сказали нет. А тут тоже вот с нашего участка видно, строят. Ну, в этом году начали два подряд одинаковых дома на одном участке. Это тоже такой участок треугольником. Ни туда, ни сюда. Я же говорю, наш уже один из самых удачных мы выбрали. Уже один из последних был. Ну, не из последних, а одну из последних, которая вот хорошо, с большим участком. А эти все такие нестандартные. Компринц, es regnet. Я говорю, пошли. Дождик начался. Уже вон пришли. Доча приготовила турецкую пиццу нам. Сейчас будем пробовать. Запах такой прелестный. Сидим на террасе. Тепло еще. Свечку поставила в эту, в свою. Видите, как прекрасно цвета меняет. Ну, приятного нам аппетита. Ну, на этом с вами попрощаюсь, мои дорогие. До следующего влога. Не болейте, будьте всегда на позитиве. До следующего влога. Всем пока-пока.